Итак, всем привет, с вами DC Keaton. Следующая часть летсплея про игрушки Куб. Это такой интеллектуальный аналог портала, только кубический. Вот, в общем, все оказалось довольно просто. Нужно было поставить эти куба 2. Так вот, в общем, немножко вступил. Ну, идем дальше. Ох, почему мне это не радует, а? Так, ну я думаю, то, что нужно их как минимум вместе поставить. Это, наверное, так нужно. Или нет? Ага. А что это нам дает? А, вот оно что нам дает. Оу. Понятно. Ага. То есть это будет, когда пойдет наверх, а это... Так, нужно так рубить, чтобы немножко пошло. Да. Так оно, как ни странно, и идет. Ну что ж, поднимаем наверх. Да, но... Ага. Оно, по идее, должно тут зафиксироваться. А, я понял. Я так понимаю, нужно его перегнать, чтобы оно выдавало как-то. Какого черта? Да, получается так. Потом еще как-то так. В общем-то, да. О, боже. Что это не работает? Ну, так я понял, да. Вот так. Ага. Да, я так понимаю, я понял, кажись. Нет, по-любому так или так. Так, да, как раз один кубик будет. Да почему как раз? Ну ладно, попробуем по идее. Так, а так, мы сейчас поднимаем их. Оуч, новое свойство. Окей. О новых свойствах я не знал. А, я понял, он как бы не отталкивает, но притягивает наоборот. Ну, я не думал, что он отталкивать как бы должно. Ну, оказалось, вот такая вот шнешка. Ну ладно, если вот так вот тогда. По идее, должно остаться там. Так сделать, чтобы оно там... Опа!
А вот и оно, кстати. Да. Ну что ж, думаю, я тоже поставлю тут на паузу, чтобы пройти, да как-то. Да, то это, конечно, долго будет. Ну что ж, я так понимаю, я решил задачку. В общем-то, по приколу. Вот так вот оно как-то получилось. Да, оно открылось. Вот так бы, в общем, как-то я так поставил, наверх и загнал. В общем-то, хорошие новости для кого-то, хотя, может, и плохие. Ну, вот это хорошая новость, скорее всего. Потому что я уровень прошел по плей. Ну, в общем-то, новость одна была, на самом деле. Это случайная неожиданность, то, что... Ё-моё. В общем, мне не нравится, как... Знаете, это похоже на те свечки, которые нам на где-то 5, может быть, когда даже 3 покупали. Есть такие гитарды, которые вулканчики. Вот, на самом деле, новость то, что Путин победил на выборах. Не знаю, что завтра будет у вас там на этой площади Пушкинской, если не ошибаюсь. В общем-то, должно быть интересно, по крайней мере, мне. Как бы в России... Эй, так, поправим, не живу, но все равно интересно. Кстати, большое спасибо человеку, людям, которые мне скидывались на поп-фильтр. Что это такое? А, я понял, что это. Мне эта штука напомнила из Happy Wheels. Помните, там такая штучка была? Это примерно то же самое. Ну что ж, элементы прохождения. А чё? Чё я должен был сделать? Оуч. Ну и чё теперь? А, я понял. Так и должно было быть. Чтобы я спрыгнул, тут допрыгнул до этого. Хоп, вот так вот. И хоп, вот так вот. Так понимаю, эта штука давала какие-то способности этим кубикам. Ну, давай же. Вниз. Вообще, на самом деле, кто мы, где, я не знаю. Меня не спрашивайте. Надеюсь, тут... Блин! Надеюсь, на меня тут нигде чужой не выскочит. Так. Ага. Ты понимаешь, синий к синему нужен. Как по-другому-то, собственно, может быть. А, окей. Понимаю, да. А синий у нас точно. Синий это у нас прыгалка была. Оу. Вот этим вот мне точно портал напомнил. А, да, желтенький это был этот. Ага. Ну что ж, нужно начинать с чего-то одного. А что это нам дает? А. Ну что ж, похоже, я правильно все подумал. Делал. Странно, что это к этому. А, вот оно. Это тоже не напоминает элемент домино. Да, так. А, нужно все зажечь. А, окей. Так, думаю, дальше пойдем вот так вот. Не знаю, что мне это даст. А, вон, ну да, вот теперь. Зажгем, а вот только что нам это даст. Ребята, конкретно что нам это дало-то? Тут может что-нибудь еще есть? Да. Там есть какие-то остатки кабеля. О, мы еще и это сдвинули. Ну тогда вообще прекрасно. Хотя что прекрасно-то оно. Ладно, рискну предположить то, что так, чтобы оно там раскачалось. Да, оно так есть. Ну.
Я там зачем-то еще желтый кабель валялся, я не знаю зачем. Согласитесь, такая, такая атмосфера какая-то есть. Гантели? Окей. Хорошо. Да. Надеюсь, все правильно. Не нужно будет эту шнягу толкать сюда. А если так, я тебя сделаю? Окей. Ага. Я тебя должен туда протолкнуть, братиш. Ну что ж, я правда не знаю, зачем это. Но похоже, нужно. Вот оно как. Ну. Ага. О боже, зачем я это сделал? Зачем? Ну давай еще раз так же. Багнутая штука. Ладно, так попробуем. Что нам эта штука выдаст? Ну. Ладно, попробуем тогда там поставить. Ладно, давайте по старинке. Так нужно сделать. Да. Да. А нет, мы тут не можем ходить еще. Это все нужно выставить. Так. Да, ты сюда пойдешь дальше. Хорошо, если так сделать. Так, идешь. Так. До конца. Так, еще раз. Ага, ну и возвращаю. А, нет, да. Это получается сейчас зацикленный круг. Интересно, что будет, если я так же сделаю, только потом по-другому. А, или я тут должен его закрыть, походу. Да. По всей видимости, должен. Фигте. Ну тут он, по идее, должен заблудиться. А, нет, нет. Да, так я, получается, должен дальше делать.
Знаете, это не то, что странно. Ну что ж, если так... Значит, нужно что-то переделать. Попробуй, когда он пойдет, нужно на середине поставить. Или что-то по-другому делать. Например, отодвинуть его сюда, когда он пойдет. То, что за гребаный шарик такой. Ой, напоминаю еще мину в Майнкрафте. Ой, тьфу, ты хэппи вилс. Вот что это за засранец такой? Ну, видите, я пытаюсь, типа, ну, ах, какого черта? Зачем два этих штыря? Так, поднимаем тебе. Не подведи меня, пожалуйста. Что за ш... Джа. Конкретно рассчитано. А, может быть, так надо сделать? Нога, по идее, нужно назад пойти. Хотя, фиг его еще знает. Что если так вот сделать? Теперь должно пройти все идеально. Так. А, засранец. Ладно, еще раз. Иудейская желтая шняга. Оп. Типа все, да? Оуч. Да не понятно, тогда зачем вот это вот должно было быть. Ладно, мы как-то так... Сейчас вот это мне нравится. Да, мячик опять.
ё-моё. О, какая-то свечащаяся хрень. Ладно. Думаю, нужно туда как-то. Так. Ага. Я же вспомнил, как все должно быть. Вот так вот должно быть. Ой. Так, я пока что-то перепутал. Опа. Ну да. Да, все, тип-топ. Каблучки и макияж. Так, вот интересно, что я не посмотрел. А, ну да, опять шарик какой-то там, этот хлыстик. Опять стеночку разбил, конечно. Разрушаемость тут похожа на тест в 3D графике в телефоне. Вот, у кого Android поймет. Вот. Ё-моё, я думаю, все время какой-то робот выскочит или типа того. А я до сих пор, кстати, не знаю, что это за шняги такие. Ауч. Ну и куда мне теперь? Надеюсь, я правильно... А, там как? Нет, тут нельзя было везде выйти. Как-то так, что ли, нужно было? Чем-то напоминает этот, как его... Ай, ё-моё. Окей. Ну и как же тогда это... Провернуть... Если мячик тут. А если так он сделает, то что будет? Ну. То есть ты по-любому сюда прорвешься, да? Какой умный мячик, а? Ну что ж, окей. О боже, зачем я это сделал раньше времени? Мяч проходит и выходит. Что ж, да, мячик не